Добро пожаловать на канал Лена Волдрон USA. Сегодня у нас закупочка. Закупочка на неделю на 299. Вроде бы так. Все купил муж через интернет. У нас новый штамп ковида появился. И будем обратно одевать маски, скорее всего. Ну, не буду об этом говорить, уже надоело об этом говорить. И буду показывать, что мы накупили. Кстати, не я выкладывала, все выкладывал муж по-своему. Прям как пирамиду, вот как можно все это потом показать интересно и вообще. Ладно. Это пудинг, это рисовая каша, продается вот в таких баночках, как десерт у них. Потом йогурт. Все не называю цен. Муж заказывает. Я только показываю, что мы покупаем. Ну, где-то, может, доллар такая вот баночка. Кофе не знаю. Говорят, что-то в Бразилии сейчас там холодно. Еще что-то происходит. Так что запасаемся кофе. Кофе будет дорожать. Не знаю. Я, кстати, это кофе не очень люблю. Когда-то мечтаю купить кофемашину. Что у меня тут шумит? Шумит у меня вот этот вентилятор. А, еще купили за 4 с чем-то, запомнила, арбузик сегодня. Так что это зеленая фасоль, кукуруза, это стручковая, хлеб где-то 4 доллара. Это такосы, есть такие кукурузные, а это из муки. Из муки мне больше нравятся, кукурузные менее вкусные. Потом такой неполезный этот пирог, чизкейк и со сливками, но вкусный. Так, отложу его. Молочко где-то 4 с чем-то стоит. Это магазин, видите, Publix Pi. Publix во Флориде. 4 с чем-то. Я помню, когда он заказывал, я услышала, что 4 с чем-то это его творог. А это Амой 2,59. Где-то так вот. Это фермерский творог. А это вот такой зернистый, но он залитый жидкими какими-то сливками. Так себе. А салатик. Салатик, наверное, тоже где-то 4 доллара. Это из тунца. Это недорогой, я помню. Ой, оказывается, это конструкцию поддерживает эту пирамиду. Этот смешной. Ой, мужчины даже настроят, чтобы что-то поддерживало. Так что это соус для салата. Богдан его только любит в основном. Это что-то он купил. Не знаю, первый раз такое вижу и не знаю, почем даже. Там какой-то сосыч, яйцо и сыр. Вообще непонятно. Может, вкусно, а может, нет. Так, огурчики. Потом это Филадельфия сыр. Это такой мексиканский сыр. Кажется, тоже 4 доллара. Вот не помню, где что. И это 4, это 4. Так. Да, когда и даже не я выложила, я теряюсь. Это булки. Потом вот с этим сыром. Потом чипсы. Потом кофе. Для кофе сливки. Это майонез оливковый, только его и покупаю, больше никакой другой, мне другой ни один не нравится в Америке. Все уже вроде бы пробовала, мне не нравились, этот больше к нашему подходит. И лимонады. Ой, пирамида. Так, мороженое надо быстренько. Зачем он набрал кучу мороженого? Ну, молчу. Это говорит для тебя. Так что это для меня. Хотя я его американское не люблю. Вот знаете, кушаю и без удовольствия. Но это же так неправильно. Так.
не знаю даже, может, 7 долларов стоит. А яички эти дешевые, наверное, где-то 2 доллара. Это он еще каких-то тут подлив набрал. Не знаю. Это пицца, бутерброды. Это такое мороженое, наверное, где-то 7 долларов стоит. Это булочки. Может, 5. Это 2 с чем-то, наверное. Может, дороже. Такой папай с говядиной. А где еще один? Только один вижу. Он вроде бы 2 заказывал. Ладно. Это вермишель с сыром. Она, кстати, мне уже надоела, этот пиль. А он все время ее покупает. И это у нас осталась одна. В морозилке одна есть. Так что это TV Dinner. Ужин для ленивых. Замороженное. 2 купили, и 1 в морозилке у нас есть. На нашу семью. Из 3 человек. Сколько стоит? Ой, ну может 3 с чем-то. Так, это брауни. Ну, я такое не кушаю. 2,19. Раньше, кстати, стоило где-то $1.20, что-то вообще. Так что смотрите. Подъем. Ну, за 10 лет, наверное, подъем. Это 2 с чем-то, кажется, вот такая вот картошечка. Быстро развели молочком, маслечком. И еще полчасика там в духовке. Такая вот с картошкой. Вермишель. $1.80, кажется. Раньше по доллару могли покупать. Не знаю. А это его корнбред. Кукурузный хлеб. Очень вкусный. И это клубничное печенье. Ну, мой муж кушает, и Богдан. Кстати, Богдан уже тоже иногда, ему вот эти вкусы синтетическое, синтетических продуктов ему уже начинает надоедать. А вот это муж тоже покупает такие вот маленькие маффины. Он любит, но мы как-то, ну вот я не кушаю такое. Я сама лучше что-то заготовлю. Так, это все здесь показала я вроде бы, да? Перехожу на другой стол. Так, здесь мясо и овощи. Ананас еще я покупала в Алде. Ананас, вот он недельку стоит и уже готов. Можно его, даже может быть еще пускай постоит денек-два. Ну, а когда покупала, совсем был зеленый. А сейчас вот он желтеет. Лимончики 4. 80 чем-то центов, кажется, лимончик. Картошечка около 5 долларов. Печеночка. Она тоже 4 с чем-то. Тут уже мы видим 7,44 стоит фарш. Цена 4,99. Здесь паунд 49. Все время отвлекаюсь, извините. Все время кому-то что-то нужно от меня. 11,51. Топ сарлон филе. Очень вкусное мясо. Говядины. Говорят, будут сокращать поголовье, убирать, менять все на химию, синтетическую еду. Не знаю, так говорят. Ну. 8,89. И это, ну что это у нас? Это крылышки, но это вот эти верхняя часть крылышек. Дорогие. Окей. Это, кажется, покупаешь один бесплатно.
Вот это 14 14 07, здесь три штука, трое бедрышек, а эти были 13, кажется. Не увидела цены. Ну, покупаешь один и один бесплатно. Думаю, что хорошая цена, также вроде бы без гормонов. Бекон, наверное, 5 долларов. Так вот, бананчики не знаю. Ну, всегда, в принципе, одна цена, не знаю. 40 центов за полкило или ошибаюсь. Салат айсберг, помидорчики какие-то, они вообще чересчур эти вот. И у нас мы покупали в прошлый раз. Они тоже какие-то такие. А это вот наши вишенки из дерева. Маленькие плоды наши первые. Нет, помидоры. Доллар с чем-то, наверное, полкило, но они вообще зеленые. Ужас. А когда поспеют, будут внутри проросшие. Прорастать. А когда прорастают, это значит ГМО. Когда прорастают. Лук. 70 или 80 центов за полкило. Яблочки, не знаю, доллар с чем-то, наверное, за полкило. Или 2 с чем-то за полкило. Огурец. 3 доллара, наверное. Ну, смотрите, вот он здесь или подмороженный, или подвявший уже. Но это не годится. Кстати, я делала первый раз в жизни у Анечки на канале. Спасибо огромное. Гаспачо. Такое обалденное. У нее на канале очень вкусное гаспачо. Как она делает. Я сделала. Очень мне понравилось. Надо скоро сделать еще. Может быть, сделаю видео, как я делаю. Так. И лимончики. А, лимончики я сказала, да, да. 80 чем-то центов. Ну, все. Вот такие вот покупочки. Чека нету, все через интернет. Все куплено на 299 долларов. Многовато. И не так уж и много это продуктов. Ну, много чего-то там мороженого. Не знаю, зачем нам две упаковки мороженого. Ну, ладно. Все. Благодарю за просмотр. Пока-пока. Увидимся в следующем видео. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки. И кто еще не подписался, подписывайтесь на мой канал. Пока!